прекрасное начало эфира мы с вами наблюдали, где третьим поединком сегодня станет бой между двумя боксерами, пропагандирующими разный стиль ведения боя. Один из которых, идущий только вперед, Аянчи Байрол по прозвищу Шаман! Первый представитель Республики Тыва и очередной представитель команды GG Friends Top Dog, чемпион Сибири, финалист чемпионата России по кикбоксингу и кандидат мастера спорта по боксу, хочет показать всем фанатам кулачных боев, что такое настоящий тувинский дух. Его рост 172 сантиметра, вес 63,7 килограмм, ему 28 лет, и он заходит на жюри! Ну а второй боец, уже знакомый всем вам, в очередной раз выходит в образе испанского Тореадора. Встречайте, Арут Хачатрян по прозвищу Молодой! Знающий поражений и уже не первый раз выходящий в наш ринг молодой боксер, имеющий в своем активе победу и ничью, продолжает свое движение в рейтинге полулегкого веса к возможности побиться в титульном поединке. Встретим его еще раз! Кандидат мастера спорта по боксу представляет город кулачной славы «Орел» и команду «Китек». Является четырехкратным чемпионом Орловской области и двухкратным чемпионом Центрального федерального округа. Рост бойца 174 сантиметра, вес 63 килограмма, ему 22 года. Давайте поаплодируем этому бою. После команды «Стоп» не работаем. Затылок не бьем, бэк-фисты не бьем. Команда, слушай внимательно. Удачи! Судья! 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 Первый раунд! Тайм! Файт! Концентрация! Концентрация! Хорош! 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 Концентрация! Дергай! Дергай! Да! Вот так! Хорошо! Молодец! Ай, хорошо! Слава! Все, отлично! Еще раз, крути! Стоп! Вот так, нормально! Файт! Концентрация! Плечо! Стоп! Затылок! Файт! На руке! Работай сам! Берете! Да, попал! Попал еще раз! Встречай право! Встречай право! Стоп! Летит на тебя! Файт! Дави! Да! Вот так! Снизу пойду! Я пускай не ушел! Выше удары! Двигаться начни! Вот так! И ушел! И ушел! Двигайся! Дави!
Стоп! Стоп! Файт! Дави, дави, дави! Правой, 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 правой! Не оставайся в атаке! Правой! Еще! Правой, правой! Правой! Забей его там! Стоп! Файт! Вот они. Он сам летит! А инчи выше руки! Правый его! Поднимай ноги! Мужчина, тихо! Куда они же пояс с руками внимательно? Руки к голове возвращают, понял? Просто мужчина, зверь! Просто зверь! Просто зверь! Слышишь, кличи в голову бей! Зачем ты бьешь живот? Бей в голову, мой маленький! Дай мне свои ноги! С дистанции! Бей правой! Не толкайте его, не дергайте, спокойно! По корпусу не надо бить, бей в голову! Все? После атаки не оставайся! Прекрасный первый раунд в исполнении обоих бойцов. Второй раунд! Двигайся! Крути, подкатывай! Крути! Не достает!
растоптаем! Куда ты бьешь? Куда в живот? Ниже пояса. Снизу было, пах! Пах было! Куда ты бьешь? Спортсмену! Официальное предупреждение! Официальное! Официально! Официально! За удар ниже пояса! Готов? Тайм! Файт! Да! Крути, крути, просто крути! Просто крути! Да! Удар руками ниже пояса, внимательно. Ниже пояса. Следующий минус балл будет. Искандар Зияев дает совет, слушаем. Аруту нужно работать правой. Жестко правой, прямой, левой сбоку. Совет от настоящего чемпиона Искандара Зияева. Зачем ты дерешься, а? Не надо с ним драться, Арут. Ногами, ноги дергай. Он валится, не лей, не лей. Мой маленький, соберись. Мне ноги надо и правый прямой. Надо собирать. Не дерись. В обмене ты покалечишься и ничего не получается. Согласны, что третий же бой является претендентом на третий бонус уже за сегодня вечер. У нас позади два раунда, и сейчас решающий раунд, где непонятно, кто же его заберет. Давайте поддержим этот поединок. Бойцы на середину. Я хочу, чтобы ты боксировал. Бойцы на середину. Дери! Ой, дери с ним! Быстрей! Третий раунд! Тайм! Файт! Встреча! Встреча! Да! Еще! Аинчи! Вышел удар руками!
нормально, все хорошо. Выше руки! Стой! Файт!
Вот мне вообще кайф. В этом прекрасном и настоящем украшением сегодняшнего турнира бою у нас есть победитель решением судей. И это дебютант Аянчи Байроу по прозвищу Шаман. Заслуженно забирает этот бой дебютант этого турнира. Показал сумасшедшую выносливость и волю к победе. Просто шел вперед, не останавливаясь, с ударами. Пропускал навстречу, бил, шел вперед. Какое бил. Удовольствие получили наши зрители. А какое они могут получить дважды, посмотрев этот бой в записи. Если посмотреть на лица девушек, не скажешь, что они испытывают огромное удовольствие. Аянчи! Плохо. Им стоило остаться дома. Аянчи! Очередной бонус. Какой боец! Посмотрите на это, он их печатает, жестокий, что ли? Жестокий и бескомпромиссный. Может, будет достоин бонуса от нашего партнера «Волгоград Нефтемаш» за этот поединок. Спасибо тебе. Прежде чем мы продолжим, я не могу оставить его партнера по этому кровавому танцу. Арута Хачатряна по прозвищу «Молодой без бонуса» от нашего генерального партнера букмекерской конторы «Олимбет». Пока, Арут, ты собираешься с мыслями, я возьму слово у нашего дебютанта Аянчи. О, ты продемонстрировал силу тувинского духа. В чем секрет такой ожесточенной битвы? Почему ты, несмотря ни на что, продолжаешь рубиться и идти только вперед? Здесь мне вперед. Только вперед, тувинцы. Красавчик. Не будем загружать тебя словами. Спасибо тебе. Может, ты сам хочешь что-то сказать? На тувинский. По тувински. Тух. Аянчи по прозвищу Шаман. Арут. Мне со своей стороны, я, если честно, никак не смотрел на этот бой с точки зрения оценки. Я просто смотрел и охеревал от происходящего. Мне тяжело сказать со своей стороны, кто тут одержал победу. Я вижу, что ты этим не согласен. Согласен? В целом, ты в любом случае достоин этого бонуса. Ты красавчик. Ты превзошел себя в моих ожиданиях. Показал прекрасный бой. Тебе есть что сказать? Всех приветствую, во-первых, ребят. У меня вопрос. Этот бой лучше, чем второй? У меня был геймплан, я старался его придерживаться. Но мы же тут для зрелища, правильно? Ты молодец, мужик! Здоров, красавец! Достойно, достойно! Пару слов. Спасибо за бой! Я очень долго готовился к этому бою, на самом деле, после двух отмен. Спасибо большое, Светлана Михайловна, огромное. Моему тренеру Артуру Савину тоже огромнейшее спасибо. Не расстраивайся, брат. Я делал все, что в моих силах было. Спасибо организации Top Dog. Дань, тебе отдельное спасибо. Спасибо, что принял меня сюда. Спасибо, что взяли драться. Я очень сильно благодарен. Орлу привет. Мам. Куда говорить? Мамуль. Я провел тут 3 боя. Я ни разу не посвятил хоть какой хотел победу, но посвящаю этот бой тебе, дорогая. Я тебя люблю. Всем спасибо. Арут Хачатрян и Шаман, спасибо им за этот зрелищный поединок.